Однажды овечка пошла на прогулку и там повстречала барашка в полях. Большие рога, кучерявая челка, хитринка и лучики света в глазах. Овечка взглянула, овечка вздохнула. «Ах, вот он, мой принц!» – прошептала она. Так долго мечтала и вот повстречала. Все просто и ясно. Овца влюблена. «Но я недостойна барашка внимания. Есть овцы красивей, стройней и умней, с характером кротким, с богатым приданным». И тут вдруг барашек направился к ней. Через краткое время те двое под ручку уж вместе гуляли, потупив глаза. С тех пор они вместе всегда, им не скучно. Бывают же в жизни овец чудеса.